эксцентриссимо. Трудно поверить, но богатые могут на что-то жаловаться в своей жизни, потому что для них зачем-то существуют психотерапевты. Например, Клей Кокрелл. Раньше он работал на Уолл-стрит и зарабатывал деньги, а теперь зарабатывает на тех, кто заработал еще больше. Он убежден, что быть богатым непросто, у них тоже есть проблемы, их нежные души нуждаются в сочувствии, а наше злое общество к ним его не испытывает. Кроме того, миллионеры часто изолированы и одиноки. Кокрелл рассказывает, что однажды работал с молодым пациентом. Тот недавно узнал, что его семья сказочно богата, и не знал, как с этим жить. Потом вроде бы смирился, купил дорогую машину и не знал, как жить с ней, как ее спрятать от несостоятельных приятелей. Богатые чаще страдают от употребления алкоголя и наркотиков. Депрессия и тревожность встречаются у них вдвое чаще, чем у обычных людей. Услуги психотерапевта для миллиардеров стоят по $500 за час. Вот так, глядишь, за несколько сеансов богатства и проблем станет меньше. Эксцентриссимо.